Скоро наступит холода, поэтому чердаки и подвалы многоэтажных домов необходимо закрыть. А сделать это нужно во избежание пожаров, заверяют сотрудники МЧС. Ведь именно в холодное время на чердаках и в подвалах пытаются согреться люди без определенного места жительства. А иногда там собирается и молодежь. В целом отдел «Надзор деятельности по городу Димитровграду» пройден уже много многоквартирных домов, но результат не очень радует, потому что встречаются дома, где также все открыто и спокойный доступ для всех людей. Помимо многоквартирных домов, сотрудники МЧС сейчас проводят профилактические рейды и в частном секторе. Проверяют, чтобы рядом с жилыми домами горожане не складировали мусор и листву, поскольку это небезопасно. Везде листва, могут собраться, поджечь, искра, ветер дует. Куда залетит искра, не знают, и может произойти все, что угодно. Так что в этот период надо особо внимательным быть жителям города. В первую очередь пожары происходят именно из-за человеческого фактора. Юлия Лаптева, Константин Белов. Новости Димитровграда.